Парк абсолютно бесплатный. Здесь мы берем, сюда вот кидаем монетку, 2 франка, и берем корм. Корм уже сделан специально. Посмотрите, что творится с моей собакой. Она как сумасшедшая хочет есть этот корм. Прям не может пережить, что я отдам кому-то. Это что ж такое? Вот прямо надо взахлеб запихиваться. Это вообще-то оленячий корм, понимаешь? На, моя девочка. Лятушки, ребятушки, голодные всегда. Всегда они голодные. Всегда. И посмотрите, что творится с моей собакой. Посмотрите, что она прям, вот прямо надо отобрать всю еду. Ты хоть жуй. Нет, не надо кидаться на животных. Тут вообще не принято. Если собаку приводишь, надо на поводке держать, и не дай бог, чтобы она на кого-то бросалась. Да иди же ты, Эмили.